8 лет назад у основателя фестиваля режиссера Ивана Духовичного сбылась мечта, давняя мечта. В Москве появилась территория для авторского, независимого, смелого кино. Появился фестиваль «Завтра». Можно обсуждать вообще, что такое авторское кино, но, безусловно, это кино, которое дает нам вдохновение жить и как-то смиряет жизнью, давая какие-то новые знания и новые возможности для человека и вообще для человечества. Мне кажется, что за эти годы фестиваль «Tomorrow» превратился в, по сути, главную площадку в Москве, которая бы без всякого снобизма показывала самое разное кино самым разным людям. И что неизменно, это кино всегда пользовалось спросом. И, в общем, те, кто хотя бы раз был в ЦДХ последние несколько лет, видел огромные толпы людей, которые забивали зал на 600 мест, чтобы смотреть самые разные фильмы, начиная от участников каких-то больших фестивалей, вроде Каннского и Венецианского, и заканчивая какими-то авангардными видеоработами, в которых даже нет диалогов. Одни из самых влиятельных лиц киноиндустрии стали большими друзьями фестиваля. Надо сказать, что Тревор Грот, Марит Капла, Мариан Слот и многие другие, они всячески поддерживают саму идею фестиваля. И это люди, которые в себе воплощают все инновации киноиндустрии, которые везут эти инновации к нам. Они с большим удовольствием еще раз приедут к нам. Поэтому нужно проводить наш фестиваль. Он становится площадкой для инноваций всей киноиндустрии в России. За 8 лет существования фестиваля мы привезли в Москву таких выдающихся кинематографистов современности, как Леос Каракс, Ким Ки Дук, Йос Стеллинг, Абель Феррара, Александр Ходоровский. И ежегодно мы знакомим зрителей с самым важным, актуальным, смелым, часто радикальным авторским кино. В нашем фестивале есть разнообразнейшая программа от документального кино до анимации, от архивного кино до кино, снятого в регионах России. И могу сказать, что за 8 лет фестиваль стал неотъемлемой частью культурной жизни Москвы. Это много тысяч зрителей, это фантастические отклики от зрителей. И в этом году, когда мы столкнулись с финансовой проблемой, которая поставила под угрозу вообще существование фестиваля, мы обратились с открытым письмом к нашим зрителям. И тот отклик, который мы получили, он вдохновил нас действовать сегодня и, на самом деле, бороться за завтра, которое у нас с вами одно. Фестиваль Tomorrow – это такая, на самом деле, уникальная возможность встречи неформальной российской и международной киноиндустрии и зрителей. Пожалуй, это единственная в России такая возможность. Так что, если хотите запросто пообщаться с Ким Ки Дуком или продюсером Ларса фон Триера, это к нам. Спасибо вам большое за помощь. Мне кажется, что фестивалю Tomorrow удалось создать удивительно живое локальное комьюнити, которое в то же время было интегрировано в комьюнити международное. И, собственно, это имело обратный эффект, потому что, например, наверное, крупнейшая ретроспектива российского кино, которая состоялась в этом году на фестивале в Гетеборге, где было показано порядка 20 российских современных фильмов, было возможно только благодаря тому, что отборщики, директора этого фестиваля на протяжении нескольких лет подряд приезжали в Москву, приезжали на Tomorrow и были как-то страшно зачарованы тем, что здесь происходило, и заинтересованы тем самым российским кино. Для меня Tomorrow – это прежде всего команда, семья. Я очень хочу, чтобы завтра состоялось, чтобы мы все собрались и сделали для вас этот фестиваль. Так получилось, что судьба международного фестиваля независимого кино «Tomorrow» завтра зависит от вас. И мы верим, что с вашей помощью мы организуем очередное яркое международное кинособытие в Москве, 8-й фестиваль «Tomorrow». Сегодня мы можем рассчитывать только на себя и на вас. И мы придумали такой формат фестиваля. Пусть это будет просто один фестивальный день, но это будет однодневный полноценный фестиваль с кураторскими программами, с гостями, с диалогами, с мастер-классами и встречами. Фестиваль – это большая инфраструктура. Это и оплата авторских прав за фильмы, это и привоз фильмов, это и перевод, и субтитрирование. И мы готовы ради этого одного дня работать нашей командой. Кино – это то, что создавалось вчера, то, что создается сегодня, и то, что, я надеюсь, будет создаваться завтра. И будет показываться завтра. От того, что мы сделаем сегодня, очень зависит завтрашний день. И нам всем в этом завтра вместе жить. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде Tomorrow. У нас есть для вас свободные места. И давайте встречаться завтра. Фестиваль не готов прощаться со своим зрителем.
Мы верим, что прорвемся. Поэтому говорим вам до завтра. 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 Увидимся завтра. До завтра. До завтра. Tomorrow.